Мир оперы, и особенно оперы барочной, может кому-то показаться напыщенным и элитарным. Польский контратенор Якоб Юзеф Орлинский получил мировую известность благодаря своим партиям в операх и сольным альбомам, воскрешающим традиции барочных кастратов, но на досуге не чурается и более современных тенденций. Как певец я стремлюсь к максимальной версатильности и того же пытаюсь добиваться и как брейкдансер. Включаю в мои номера power move, фризы, футворк, верхний брейк на полу, ну, словом, все. Орлинский прославился около 4 лет назад клипом «Ведро кон мио дилетто» в Вивальди, причем сняли его в кроссовках и клетчатой рубашке. С тех пор видео набрало более 8 миллионов просмотров. Он выпустил 3 сольных альбома, в основном сакральных барочных арий, выступал с концертами и в оперных постановках по всей Европе, и вот сейчас добрался до Соединенных Штатов. Я не пытаюсь развивать какую-то особую фишку, мол, я брейкующий контратенор. Нет, прежде всего я певец, оперный певец, это мое основное занятие, а брейкданс — это что-то на стороне. Это мне просто в кайф. Орлинский также известен как модель для таких брендов, как Nike и Levi's. В мае этого года Орлинский выступал с концертами в России. Планами по участию в брейк-данс-конвенциях он пока с поклонниками не делился.